Привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова Дмитрий, и добро пожаловать на канал Высшая школа рок-н-ролла. Сегодня я хочу с вами разобрать нюансы звука и звукоизвлечения, а именно украшение аккордов красивым вибрато. И я покажу вам несколько классных и интересных способов, и вы сможете играть свои интересные баллады, при этом качать и убаюкивать слушателей своими аккордами. Я нашел очень интересный трек в стиле мелодический серф. Эту тему я взял из онлайн-программы YourCCan. Интерфейс данной программы вы могли видеть в начальном ролике. Очень любопытная, интересная программа, некая смесь Guitar Hero и Guitar Pro. Возможно, многие из вас с ней встречались, но а если вы с ней не знакомы, то вы можете запросто скачать версию для компьютера или для смартфона. Программа носит развлекательно-спортивно-познавательный характер, и я думаю, что для многих из вас она будет вполне интересна. У нее есть один большой недостаток – она условно-платная. В бесплатном режиме программа позволяет поиграть 5 треков в день, платная подписка снимает ограничения. Но что мне очень понравилось? Создатели, к примеру, не могут использовать все треки Морель-хитов, но они добавляют в свою программу оригинальные композиции, и среди них попадаются достаточно интересные. И вот для примера я взял одну из таких тем, называется «Don't make a sound». И не пытайтесь найти данную тему на просторах интернета, это исключительный проект YourCCan. Если вы пользователь данной программы, то этот трек вы сможете найти и поиграть в самой программе. Ну а для наших остальных зрителей я подготовил файлы в Guitar Pro, записал минус, и все материалы я выложил в группе ВКонтакте. Так что обязательно подписывайтесь не только на наш YouTube-канал, но и на все ресурсы ВК. Я не буду полностью разбирать эту композицию, а хочу сегодня поговорить о звуке и звукоизвлечении. Если вы посмотрите на данную тему, то она построена по такому принципу. Красиво повесили аккорды и наслаждаемся. Такое звучание ассоциируется со шпионскими и наркоманскими фильмами. Тембр гитары идеально вписывается в настроение. Сначала мы задаем неустойчивый тон аккордам, а затем ожидаем, когда слушатель сам своими мыслями и эмоциями заполняет свободное пространство в теме. Поэтому такие темы часто бывают неторопливые по темпу. Сами аккорды играются с добавленными позициями, с дополнительными ступенями. Обычные трезвучие здесь могут играть немного простовато и даже топорно. В нашей композиции некоторые аккорды очень непривычные. Не бойтесь поизучать их, это разовьет и ваши пальцы, и слух. Итак, кроме ювелирных нот в самом аккорде, мы можем аккорд красиво качать. Такой эффект называется вибрато. Я вспомнил несколько приемов, как можно изобразить данный эффект. Получить вибрато мы можем двумя принципиальными способами. Первый – это использовать моделирующие эффекты, а второй – эффекты, созданные руками на инструменте. Вибрация звука основана на ритмическом изменении либо тона, либо изменении тембра, либо изменении громкости. И все эффекты получаются с использованием указанных параметров. Итак, разберем моделирующие эффекты. Они хороши тем, что после звукоизвлечения аккорда эффекты будут работать сами по себе. И при этом они будут делать это ровно и предсказуемо. Какие же есть эффекты?
Delay, Chorus, Flanger Phaser, Tremolo, Wow After Wow, Автопаннер, эффект Лесли. Я указал именно те эффекты, которые отвечают за ритмическое искажение звука. Описание эффектов я взял в замечательной книге «Секреты гитарного звука». Если она еще продается в бумажном виде, то обязательно приобретите ее, поддержите автора. Ну, а если не найдете, тогда смотрите в интернете. Для того, чтобы ознакомиться с этими эффектами, удобнее воспользоваться какой-нибудь программой-эмулятором либо гитарным процессором. В дальнейшем можно приобрести аналоговые педали. Это извечный спор, что же лучше, аналог или цифра. Демонстрировать я сегодня буду в программе эмулятор Guitar Rig, и для ознакомления эффектов этого будет вполне достаточно. Итак, дилей. Дилей – это повторение исходного сигнала однократно или многократно. И мы можем регулировать количество повторений, расстояние между повторами и глубину повторений. На мой взгляд, настраивать дилей следует примерно так. Если у нас спокойная композиция, то сделать несколько неспешных глубоких повторений. Для рок-н-ролла и рокобили самым удачным считается так называемый слэп-бэк – одно или несколько коротких быстрых повторений. В размеренных пассажах не очень звучит, но зато много шума создается в быстрых пассажах. Далее хорус. Хорус имитирует звучание нескольких инструментов, немного их расстраивая по тону или смещая немного по ритмике, а затем подмешивает к основному сигналу. И на приборах мы можем регулировать данные параметры в зависимости от задумки. Данный эффект я использовал очень мало, и мне кажется, что с рок-н-роллом он не очень дружен. Впрочем, как и следующие эффекты, Flanger и Phaser, и по сути они являются схожими с эффектом Chorus. Для изящного рок-н-ролла, может быть, и не очень подходит, а для современной мощной композиции самое то. Следующий эффект, настоящий друг серфера, это тремоло. Тремоло изменяет громкость сигнала. Мы можем регулировать глубину и скорость искажений. Просто идеальный эффект для нашей первоначальной композиции. Поэтому настоящему рок-н-ролльщику и серферу, как говорится, must have. Ну а следующий эффект вау, либо after wow, ну а в простонародье квакушка. Эффект вау изменяет тембр сигнала. Но в автоматическом режиме мы можем регулировать также скорость и глубину.
Именно автолау удобнее использовать для хороших ритмических качаний. Ну, а следующий интересный эффект называется автопанер или автопанорамирование. Автопанер смещает сигнал в стереофоническом режиме от одного канала к другому, и сигнал как бы ритмично летает между двух каналов. В чем-то схож следующий эффект Лесли. Эффект Лесли или колонка Лесли использует сигнал из двух колонок, при этом они вращаются. Получается психоделическое звучание, что очень на руку злым серферам. Теперь переходим к тем эффектам, которые можно создать руками, не прибегая к помощи сложной электроники. Для описания первого нашего эффекта на гитаре должна быть установлена система тремоло, ну или по-простому рычаг для качания. В моем случае это система Bixby. Существует большое разнообразие различных систем, но цель их сводится к одному принципу – изменение натяжения струн. И это изменение может контролировать гитариста. Поскольку я сам активный пользователь данной системы, вот вам несколько советов. Первое. Обязательно промажьте графитовой смазкой те места, где струна должна проскальзывать. Это у нас порожек на грифе и подставка бридж. Промазать можно даже те инструменты, где нет таких систем. Это не помешает. Ну и второе. Качать аккорды лучше всего в ритмике. Например, 4-й, 8-й или 16-й дольки. Если у вас нету на гитаре системы тремоло, то не расстраивайтесь, вы также имеете возможность интересно покачать звук. Качаем аккорды пальцами левой руки. В общем-то, это обычная вибрато на грифе. Сложность только в том, что не всегда наши пальцы могут стоять в удобных положениях. Если рычаг позволяет нам качать как вниз, так и наверх, то пальцами мы можем качать только вверх. Ну а следующим этапом мы подключаем ручку громкости. Можно ритмично снижать уровень звука, а затем восстанавливать. Для исполнения такого приема сильно влияет расположение ручки громкости на гитаре. И на разных моделях этот прием может исполняться с разной степенью сложности. Ну, а следующий прием исполняется примерно так же, только мы колдуем с ручкой тембра. И еще один прием использования электроники гитары, очень редкий, но яркий прием, это использование рычажка переключения звукоснимателей. Обычно звукосниматели настраиваются так, что при переключении в разные положения у нас звук более-менее равномерный. Но данный прием предлагает нам один из звукоснимателей настроить заметно тише, либо вообще его выключить. И можно получить вот такой интересный эффект. Очевидно, что данные приемы с электрикой гитары могут сильно отличаться по технике исполнения в зависимости от модели гитары. Есть еще несколько способов качания, их можно исполнить даже на акустической гитаре. Способ качания грифа. Здесь
здесь есть большой недостаток. Качать мы можем только открытые струны и не сможем его использовать часто. Впрочем, как и следующий прием, способ качания всем корпусом гитары. Такие приемы выглядят эффектно на сцене, что-то акробатическое в них есть. Ну а следующий прием – это качание корпуса с придерживанием грифа. Делать такой пример следует аккуратно, чтобы не сломать гитару. Мы немного надавливаем на корпус, при этом придерживая гриф, гитара немного деформируется, что и искажает наш звук. Итак, получился достаточно подробный обзор, казалось бы, не самого сложного эффекта вибрато. Если вам известны еще либо какие способы качания, то обязательно поделитесь в комментариях. И я надеюсь, что это видео было для вас интересным и познавательным. Если вам нравится то, что я делаю, обязательно поддержите меня подпиской, лайком, комментарием или донатом. Ну а сегодня я хочу вам пожелать классных гитарных пассажей. Не болейте, до скорых встреч и пока!